Дюн-дюн-дюн, какие-то надписи. Ха. Прикольно. Два зала. В общем-то, приехали на рыбалку. Ну, небольшой сталк по лагерю заброшенному. Уже 10 лет здесь никого нет. Здание, в принципе, более-менее. Вот эти, видимо, новые были сделаны. Сейчас туда залезем, посмотрим. Двухэтажное. С высоты, наверное, здесь вид откроется какой-нибудь. Конечно, изменения большие, огромные. Раньше все было по-другому. Этих зданий не было совсем. В 75 году, когда я здесь был, в 76-м, наверное, в этих годах. Естественно, 72-й, 73-й. Ой, 74-й. Каждый год я сюда ездил. Родители меня отправляли. Ух ты, какой корпус-то здесь. Ёлы-палы. Офигеть. Да, целое огромное помещение. Не знаю, где тут лестница наверх. Может, тут? Да, как-то не по себе. Как-то не по себе. Все заросшее. Как будто я в Чернобыле в каком-то там. Сталкер такой. Ту-ду-ду-дум. Офигеть. Вау. Опять зал. Замкнутое пространство. Никакой лестницы. Значит, лестница не здесь. Опа. Блин. Все заросшее. Ах ты ж, елки. Тоже тут странно. На второй этаж непонятно, где заходить. А, вот, вот лестница, вижу. Хоп, значит, здесь. Так непривычно. Но это здание-то появилось позже. Когда я уже перестал сюда ездить. Вот эти все из белого кирпича. Чего-чего? Охраняемая территория? Ух. Обалдеть. Ой-ой-ой. Лестницы-то хоть крепкие. Вроде вообще-то крепкие. Ну, попробуем вперед. Да, это круто. Блин, жесть. Офигеть. Здание, в принципе, так думаю, пригодное для использования. Но какое-то время пройдет и будет непригодное. О, витончик. Вот сюда камера смотрит, там был стадион. Сейчас нету, сейчас деревья. Только дикие крики птиц, никакой мебели, все подчистую вынесли. Ух. Видимо, это палаты были. Здесь жили, скорее всего, детишки. Ой, бля. Надо же, даже пол сняли. Наверное, здесь был паркет или доски. Все вытащили. Ха-ха. Маленькие комнаты, большие комнаты.
чередуются. Все, все облазено, все разрисовано. Такой сталк. Краска облупилась. Да. Блин, такое добро пропадает. Здесь должны жить дети с воспитателями, чтобы на свежем воздухе, под присмотром. Ой, ёлы-палы. Да что такое тут? Тут еще что-то, какая-то фигня осталась. Не знаю, что здесь было. Еще даже дверь. О, еще дверь есть. Это, по-моему, одна дверь во всем здании. Да. И рама. Обалдеть. Все, конечно, растащили. Это естественно. Тубзик. Типа сортир МЖО. Ёкаламане. Вау. Темная комната. Видимо, кладовка. Здесь какая-то жратва. А это тут выход, блин. Может быть, был балкон. Потому что там что-то деревяшки лежат. Наверное, балкон был. Может быть. А здесь, а здесь большой зал. Большой зал. Все уже, конечно, бляха-муха. Состояние ужасное. Но потолок-то, потолок-то железобетонный, советский. Он крепкий. Еще не скоро тут. Этот кто сделал, для чего, непонятно. Тоже выход. Открытый космос. Ёкаламане. А, это, скорее всего, пожарная лестница. Пожарная лестница, наверное. Вот такой обзорчик я сделал небольшой. Вот этого здания, конечно, я все не обошел. Интереса нет все это обходить. Но само внутреннее состояние вот это вот от таких просмотров, когда ты ходишь в опустевшем, не то что здание, блин, а целый лагерь пустой. Здесь никого нет, кроме тебя одного. Все. Только дикие птицы. Чем они так орут, что это ясный пень, что их никто тут никогда не тревожил. Они привыкли здесь жить в уединении. Свили гнезда, все дела. Поэтому, когда проходишь, начинают орать там. Ёлы-палы, какой же кайф. Так вот взять, прогуляться. Фу, по лагерю. Всякие тут надписи непонятные. Тут, ух ты, еще один этаж, что ли? Ёлы-палы, да тут еще выше есть. Ой. Естественно, надо зайти посмотреть. О, я прям со спиннингом так и... Ох ты, да тут закуток. Закуточек такой вот. И все. Ах ты, это же выход на крышу. Во! Круть! Я на крышу выхожу! Супер! Ой! Фу! Супер! Обожаю на крыше гулять! Вот это да! Вот это крут! Крутой сталк получился! И кто сказал, что сталк это не мое? Очень даже мое! Вот вы здесь были? Не-а! Скорее всего, никогда не были. Вот вам показываю вещи. О, дерево сломалось прямо на крышу. Вон все залито гудроном, все четко. Никаких протечек. Здание-то нормальное. Туда не пойду, чтобы не перелезть. Вот она. Крыша какая. Ёлы-палы. Это реально круто. Ну, кто-то тут костерушка сделал. Ну, непонятно для чего.
Я это снимаю. Круть. С вами был канал Амелина Абдулла. Это был сталк по зданию. Заброшенному зданию в заброшенном лагере. Пионер-лагере. Позже его стали называть ДОЛ. Детский оздоровительный лагерь. Свердловец. Был такой завод имени Свердлова. Сейчас, наверное, тоже есть. Вот. И это была его собственность. Дети рабочих, начальников, всех, кто работал на этом заводе, отдыхали в этом лагере. Надо сказать, очень даже хорошо отдыхали. С вами был канал Амелина Абдулла. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки.